Дорогие друзья, невозможно в такой день не сказать несколько теплых слов от всего чиновничьего сердца, потому что когда после долгого перерыва видишь полный зал, то, вы знаете, это очень сильное и очень эмоциональное зрелище. Вот я, во-первых, я просто хочу спасибо всем, кто сегодня здесь, потому что вы все читаете газеты, да. Вы знаете, как непросто возвращать нашу привычную жизнь. К сожалению, за это приходится бороться. И я рад сказать, что фестиваль, он тоже борется за то, чтобы мы жили так, как мы любим. Любили петербургскую культуру так, как мы ее любим. И смотрели на вещи так же широко, как смотрит на нее Балтийский дом. То есть, видя всех вокруг, все вокруг. И стараясь все это понять, принять и полюбить. Я поздравляю вас с открытием замечательного фестиваля. Сегодня мы делаем это в 30-й раз. И главное, чего хочу я вам пожелать сегодня, кроме удовольствия от спектакля, от игры Игоря Бутмана, я хочу вам пожелать большого здоровья. Будьте здоровы и счастливы. Приходите в театр. Спасибо. Спасибо всем. Добрый день.